Так, девочки, 5 секунд до начала. Блять, аккуратней с ним. Корова. Они не поступили в Карпенко-Карло. Они безработные и не имеют никакого образования. Сегодняшние наши гости – Жора и Семёныч. Здравствуйте, я Любовь Георгиевна, очень приятно. Любовь Георгиевна. Жора. Здравствуйте. Ну, что, замерзли? Да. Может, в студию чайку выпьем? Знаешь, это как на съемках было у нас в одном северном поле. Давайте об этом вы расскажете в студии. Да. Пойдем. Спасибо. Да. Здравствуйте. В эфире рубрика «Кино говно». И сегодня у нас в гостях два говнорежиссера. Пожалуйста, прошу вас. Сюда садитесь? Садитесь. Спасибо. Скажите. Наши, по-моему, имена настолько звонкие и громкие и знамениты, что мы не требуем представления. Все и так знают. Это лишний пафос. Он нам не нужен. Мы без звезд. Заберите собаку из кадра! Извините. Куда вы ходили? У меня анурез. Ну, это после съемок одного клипа для группы Тату Анурес. Сейчас я... Расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам сегодня пожаловали? Премьера у нас сегодня нового клипа. Да, новая наша работа. Очень многобюджетная. Очень. Если не секрет. О секрет. Простите, все, больше. Очень многобюджетная. Да, кинолента про любовь и ненависть. Женщин. Толстых. Кошмарные женщины. Как они выживали? Во времена войны. Во время Первой мировой. Голодомор. Голодомор мы затрагиваем в этой киноленте. Очень актуальная тема, а скажите, где проходили съемки? Вот, ой, это же съемки мне как проходили в чудном городе. В каком городе? Во многих городах. Мы на самом деле объездили полпланеты с этим клипом. В Дубай ездили, в Сан-Тропе. В Минске снимали, в Минске холодно было, мы снимали. Вот. Кроме моей собаки, у меня больше никого нет. Такой вопрос. А вы любите зеленый горошек? Да, гороха. Мы не любим. Так вот, главная героиня нашего очаровательного, прекрасного, нового шедевра. Шедевра. Не побоимся этого слова шедевра, дорогие друзья. Да, не бойтесь. Вот. Это уникальная молодая девица. Девиха! Деваха! Мама, я не могу, у меня съемки. Кастинг не проходила наша звезда нашего Мы ее на улице увидели. Случайно мы встретились. Продавала я диски. Я до сих пор помню эту встречу. Диски продавала. А девица, я как увидела и говорю, девица, вам же нужна на эстраду. Кино. Кино. Клип. Вы звезда. Мы... Я думаю, наши гости немного утомились. Давайте не томить вас. Посмотрим премьеру клипа. Клип. А про войну. Это сегодня клип. Сегодня. Это в другой жанре. Во-первых, это не клип. Это кинолента. Смотрим. Это нет, мы не смотрим. Мы не смотрим. Не дождитесь. Это промо-ролик для этой молодой девицы, которая еще, ох, как нас еще всех порадует. 10 килограмм взрывчатки дома. Помидоры. Ага.
is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful to dance with you, you're my baby. Madonna is in love with me. Me and Madonna. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to dance with silicon love. MTV. It's so nice to get into the groove. It's so sweet to be with you. You're my silicon love. My silicon love. It's so wonderful to to be with you. You're my silicon love. It's so wonderful.